два периода упорных были, не могли забить, вроде переигрывали, но шайба не шла туда, то вратарь хорошо играл, то просто не везло, руки не опускали, продолжали работать, смогли найти силы в третьем периоде, добавили и сделали результат. Как вообще оцените соперника, что скажете по игре «Нефтехимик» сегодня? Ну, уже не тот, конечно, как на предсезонке, и все, конечно, команды сейчас более равные, как бы стараются зацепить хотя бы очко, тем более на выезде, потому что сейчас двухочковая система, и команды намного ближе играют, и, ну, идут в таблице.